Полтора года назад началось строительство 3 19-этажных жилых домов по улице Ашхабадская, тех, что рядом с новым хирургическим корпусом. Сегодня стройку посетила приемная госкомиссия, сформированная по распоряжению Александра Ходорева. Ее председателем назначен заместитель главы администрации Реутова Владимир Покамин. В составе комиссии представители пожарного надзора, санэпидемстанции, отдела экологии и других городских служб. Сегодня произошло их первое знакомство с объектом. Подробности в материале нашего корреспондента Натальи Ушаковой. Комиссия подробно осматривает будущие жилые помещения. До того, как сюда въедут люди, необходимо устранить все недостатки. Владимира Покамина сопровождают представители СК «Центрстрой», которые разъясняют особенности строительных работ и отвечают на вопросы членов комиссии. Представитель каждой городской службы фиксирует замечания в блокнот. Один из основных недостатков – к домам должны подвести в течение месяца тепло. Дома как бы отапливаются пока не все, а несколько этажей отапливаются электроприборами. А теплотрассу магистраль сейчас делают, котельная реконструируется. Где-то в течение месяца тепло будет подведено к домам. Уже на данном этапе строительства комиссия знает, как будет выглядеть территория вокруг этих домов. План благоустройства утвержден главным архитектором города. Правда, пока с этим вопросом решили повременить. Благоустройство переносится на весенний период. Вернее, благоустройство, дороги, озеленение будут все делаться весной. Эти три дома будут последними жилыми постройками, в которых допускается свободная планировка. Недавно приняты новые нормы строительства, запрещающие снятие перегородок в квартирах. После досконального знакомства с новостройками комиссия собирается на совещание. Теперь уже в открытую обсуждают достоинства и недостатки строительства. Недостатков заметно меньше. Хотя мнения у членов комиссии разные. На период эксплуатации, на период производства работ, все работы выполнены, подписаны и вопросов нет. Поэтому только одно пожелание, конечно, воплотить это все в жизнь, и акт госкомиссии будет подписан после гарантийного письма. Не очень уверен, что 28 декабря это все будет выполнено. Следующее посещение объекта будет через полтора месяца. Именно столько времени предусмотрено постановлением главы города на ликвидацию недоработок. Наталья Ушакова, Антон Щербаков для программы «День».